Участницы здесь? Да! Девочки, пора добавить градуса, вам сейчас получать подарки. Финалисток конкурса от радиостанции BBC встречают аплодисментами, вспышкой фотоаппаратов и рок-музыкой. Девушки стали победительницами в 10 номинациях. Тематика общая – любовь к мотоциклам. Условия конкурса были самыми простыми. Нужно было прислать свою фотографию, лучшую, да, на тему мотоледи, собственно. Либо это могли быть девчонки, которые действительно сами водят мотоцикл, либо просто девушка на фоне мотоцикла. Да, ведь не секрет, что очень много моделей фотографируются именно в таком стиле. В конкурсе участвовали порядка 30 человек. Все фотографии опубликованы в социальных сетях на официальных страницах BBC. Мотоледи 2016 выбирали целый месяц. Девушка на мотоцикле – это прекрасно. Мотоцикл прекрасно радует мужской глаз, сам мотоцикл, а девушка на мотоцикле радует еще больше. Кто победит, решают партнеры и спонсоры мероприятия. Они же представляют и подарки. Но была и особая номинация. За нее голосовали горожане. Выбором зрительских симпатий стала Валерия. В этом году девушка отъездила свой первый байкерский сезон. Я случайно услышала про конкурс, зайдя в магазин по радио, и решила, что раз уж я действительно мотоледи, езжу на байке, то почему бы не поучаствовать? Вот, специально для этого мы думали, куда поехать, но мы живем на Эгершельде, поэтому мы решили далеко не уезжать и поехали на маяк. Байкерский конкурс BBC проводят второй раз. Количество участниц с каждым сезоном становится все больше, а значит, и интерес к мотоциклам среди девушек растет. Валерия Белоус, Игорь Болтов, новости на Восьмом.